Всем привет! У меня сегодня полнейший экспромт. Я нахожусь, в принципе, на природе, и мне пришла совершенно новенькая колода. И вот на этой же природе я решила вам снять маленькое видео. Видео-приключение. Это любовная колода. Я даже, честно говоря, не помню ее название. Потом посмотрю. Ну вот такие розы и Ленорман. Это я взяла Ленорман, а таро сделаю уже дома. Так, штатива у меня нет, так что извините, все на весу. Ну давайте посмотрим, что вам надо знать на данный момент именно в отношении любовного плана. Так, немножко я уже разложила, ну потому что иначе никак. Так, смотрим. У вас какие-то прения, разбирательства, возможно, ситуация, вот такая карта у нас, возможно, ситуация, ну, как бы, выбора, но это такой выбор, оставаться или нет, идти или нет, а может быть, принимать предложение или нет, а с другой стороны, это, в принципе, может быть, просто вопрос приятного времяпрепровождения, потому что это все-таки карта метлы и розгов. Ну, это, возможно, сексуальная энергия. Так, смотрим, что у вас. Ой, чего-то новенькое, приятненькое. Может, у вас было по-прошлому новое, ну, как бы, или вступило вот так в вопрос нового знакомства, может быть, и вы тут в полной мере раздумываете о том... А ну-ка, давайте посмотрим, что вы раздумываете. Ух, ничего себе вы раздумываете. Колечко тут у вас. Колечко, колечко на память, сердечко. Ну ладно, колечко. Колечко так колечко, цветочки мне неохота примять. Ну, как-то, а ну-ка, давайте. Известие. Ух. А тут немножечко, смотрите, вам, скорее всего, ну, энергия уплотняется, и можно сказать, что вам, скорее всего, дело в том, что поступило предложение, наверное, и вы именно по этому вопросу немножечко на... но это не то, что распутье, а я бы говорила... Ой, немножечко, ну не то, что взбалмошная энергия, а энергия... Что делать, называется. Что делать? Делать. Ну да, потому что это карта все-таки облачков. Карта облачков. Давайте посмотрим. Карта креста. Ну, смотрите, если у вас есть новые возможности, новое знакомство, поступило предложение, то лучше всего все-таки, как вам сказать, закрыть вопросы старого и принимать предложение, потому что здесь кто-то, ну, как бы остановился то ли в своем развитии, то ли в любовном развитии, то ли ситуация... То ли ситуация остановки как бы по жизни, я бы говорила, вы тут в замешательстве. Тут что-то приближается к человеку, ну, к вам, к смотрящему. То, что может сдвинуть вас с мертвой точки, даст возможность вам разрешить какие-то старые ваши любовные вопросы, подведет под завершение, или, ну как, под
Потому что в любом случае вам надо разобраться в этой ситуации. И это что-то уже вошло в вашу жизнь. Это может быть как вопрос нового знакомства. Может быть еще вопрос того, потому что не будем забывать, что это карта очищения, что если вдруг кто-то уже затеял какую-то уборку своего личного пространства, то вы идете в очень хорошем направлении. Принимайте, внемлите, разбирайте все то, что было по прошлому и держало вас в закрытии, потому что, скорее всего, у вас на горизонте будет именно вопрос новой, ну как бы новых отношений, нового союза. Но вы в процессе, это вопрос процесса. Вы в процессе. Вот такой маленький экспромт. Так что всем счастья, любви, успехов и удачи. Пока-пока.